Всем привет, дорогие друзья! И как вы уже видите, вчера весь день шел снег. Вот такие картины открываются великолепные. Все белым-бело. Лестницу замело. Посмотрите. В начале ролика вот небольшой такой клипик увидели. Какие хлопья, снежинки просто огромные падали. Ну и хорошо, побольше его будет. И он сразу же начинал таять. Температура воздуха была от минус 1 до плюс 1, ну, можно сказать, 0. Поэтому где-то вот он ложился таким ковром, ну, а на дорогах моментально таял. И в связи с этим мы поедем с вами на Северо-Крымский канал. Это я снимал недели раньше. Вот такие вот пейзажи. Посмотрите, как резко все меняется в Крыму. Снега и дождя совсем не было. И вот он... Только к началу Нового года выпал небольшой снег, хотя шел весь день. Ну и мы смотрим, какая наполняемость Северо-Крымского канала. А проедем мы с вами от Ильичева до Семисотки и посмотрим. Заинтересовало меня здесь такое инженерное сооружение, акведук в районе Уварова. Тоже посмотрим. Обратите внимание, какая чистая вода здесь. Питается на данный момент из артезианских скважин Северо-Крымский канал от села Зоркино и до Керчи. Вот с севера скважины три водозабора питают порядка 195 тысяч кубов в сутки. Ну, пока вот сбрасывается в Северо-Крымский канал. Ну, опять же, строит грандиозное сооружение. Водоводы ведут в сторону Феодосии и в сторону Керчи. Ну, попутно до Керчи еще отводы будут в Ленина, в Щелкино. И затем все заключат в трубы, чтобы потери практически не было. Ну а спрашивают, какова судьба будет вот Северо-Крымского канала. В него будут подавать воду для орошения сельхозугодий. Так что вот мы смотрим с вами здесь такие вот подпорные сооружения номер 12 и номер 11. И обратите внимание, сколько воды. А сейчас прошел такой обильный снегопад. Сначала он не сильный, а потом... И я думаю, что воды увеличится во всех водохранилищах. Ну и напишите, вот у кого, в каких районах Крыма, шел ли снег, не шел. Просто будет интересно, чтобы знали мы географию, где шел снег, а где его не было. Ну и вот, видите, здесь еще какие-то листья, похоже, на капусту собирают. Вот это Крым. Вроде до Нового года все ничего, а погода так резко меняется. Это я проехал вдоль Северо-Крымского канала, по всей его длине проложена дорога. Ну и вот по ней можно проехать. Конечно, она не самого лучшего качества, но ездить можно. Это специально было сделано для обслуживания Северо-Крымского канала. И сейчас вот между дорогой и самим, собственно, каналом копают траншею и туда укладывают трубы диаметром 800 миллиметров. Две трубы чугунина. Ну и вот меня заинтересовал вот этот акведук, вот это инженерное сооружение в районе села Уварова. Ну, собственно, акведук — это часть водовода, проходящего над какими-то препятствиями, будь то овраги, дороги и иные препятствия. Вот как здесь, видите, овраг, тут же под ним сделали дорогу и русло Северо-Крымского канала проходит сверху. Ну, потому что здесь вот как, если овраг, или нужно было заключать его в трубы и перекачивать, или вот сделать искусственный канал, как, собственно, и сделали. Приурочено было открытие к 50-летию СССР. Я вот не снял здесь четко, но на нем на самом написано. Это вот акведук 3376 Северо-Крымского канала в районе села Уварова. Вот сейчас мы поднимемся с вами и посмотрим на это инженерное сооружение. Железобетонный он, хорошая гидроизоляция сделана и до сих пор служит людям. Воды здесь достаточно.
Вот видите, конечно, фильтрация воды в землю достаточно большая, еще и вокруг подпитывает подземные пласты, подземные горизонты. Ну вот, где добывают, это Нежинский водозабор, Григорьевский, Новогригорьевский и Просторнинский. Там воды достаточно на глубине 450-550 метров, водоносные горизонты, которые далеко за границей Крыма распространяются. И идет естественный под Азовским морем, естественная фильтрация на такую глубину, так что практически эти водоносные горизонты неиссякаемы. Если отбирать с них воду разумно, то они прослужат долгие-долгие годы. Не зря ведь каждая скважина рассчитана на 50 лет. Тем более, вот, как мне рассказывал, в Кленовке еще в советские времена на глубине 190 метров пробурили скважину, и до сих пор она полноводная, работает. Причем подъем воды идет практически без насосов, сама выходит. Представляете, вот где-то идет подпор какой воды. Ну а Северо-Крымский канал, он сам по себе, вот еще от него идет фильтрация воды, утечка большая воды идет в грунты. Ну и, собственно, и другие водоемы, искусственные или природного создания, тоже из них огромная утечка воды уходит, и все это питает водоносные пласты. А водоносные пласты, как известно, границ не имеют. Ну и вот давайте мы посмотрим с вами на это сооружение. Вот меня удивило это, вот посмотрите, а под низом предприимчиво сделали дорогу, ездить можно. И вот, собственно, овраг заканчивается и начинается опять Северо-Крымский канал. Но это тоже Северо-Крымский, но вот само русло, акведук заканчивается, водичка какая там в нем чистая, обратите внимание. И слава богу, пошли, начались снега, вот очень влажно, и я думаю, что водохранилище, вот по крайней мере, вот на Крым, на Керченском полуострове, они и так с водой все, ни одного порожнего водохранилища нет. Если чуть меньше половины, где-то половину проектных объемов воды в водохранилищах. Так что вот обратите внимание, какая вода, дно видно. Вот такой он на сегодня акведук Уварова за номером 3376. Ну и посмотрели мы с вами подпорные сооружения. Здесь все это хозяйство работает. Повторю, от Зоркина там сделали плотину, чтобы перелива в сторону севера не было. И вот сюда, чтобы шла вода. Ну а так вот, напишите еще просто интересно, в каких городах вода постоянно, а в каких по часам. Ну вот мы знаем, что в Ялте по 3 часа утром и вечером. Алушту вроде там после Нового года тоже на график посадят. Ну, слава богу, вот в Керчи вода идет круглосуточно. Единственное, что прерывается иногда вода, когда порывы в сетях. А износ сетей доходит практически до 90%. Нужно менять. И причем обидно, когда сделают в одном месте и начинают пускать воду, может произойти гидроудар и порыв в другом месте. Довольно-таки часто такое и бывает. Вот они, эти подпорные сооружения здесь. И обратите внимание, хорошо видно уровень воды, какой раньше был и какой сейчас. Ну, совсем незначительно меньше. Так что вода есть. Тем более сейчас и плотно занимаются в районе Севастополя, в районе Симферополя. Вот подпорное сооружение номер 11. Бельбекский водозабор делают, где будут перехватывать воды из реки Бельбек в момент паводков. Ну а собственно сама даже река, вот посчитали, сбрасывает каждые сутки порядка 160 тысяч кубометров воды в море. Ну вот если часть из нее взять, то это будет хорошо. Вот такой ролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего вам хорошего и до свидания.